Димбосика кино снимаю. На Дону есть такой прикол, чехонь идет. Все валят, в магазинах нет соли, потому что ее все раскупают. Ну и мы приехали. Вот она. В районе хутора Вертячий. Стародония, Новодония. Сады Придония. Санек ищет кирпичи для резинки. Температура 10 градусов. Ха-ха-ха. А он без куртки. Я это всегда вожу одежду лишнюю. Так, рассказывай, Снась. Ловим чехонь. Чехонь. Ищем косу. Палим место. Самый красивый. Видишь, как все сделано? Сперва таким надо выпустить, такой напридумывать. Хороший. Переверни. Короче, купили вчера полдюймовые твои старочки. Кембриков нарезали. Что за крючки? Номер не помнишь? No name. Вот. Ну, сколько длиной поводок? Один 30. Поводок покажи. 30 сантиметров. Вот. Резинка шестерка. Надо было четверку, ну ладно. Ну, говорят. Говорят, да. Мы все с этих. Местные свертячего сказали четверку. Мы взяли шестерку запасную. Два кирпича, вот. Заходишь в воду, тут дом можно перейти. И, короче, вбиваешь колья. О, не видно. Ты рассказывай, на одном колу, короче, висит садок, а на другой, если что, резинку вешаешь. Да. На один кол резинку, на второй садок. И погнал. И что ты не колу? 2 часа, 30 килограмм, да? Ну-ка, наглее лицо еще сделай. Че ты? Че ты? С кино называется «Слюни Димбосика». «Слюни Димбосика», серия первая. Димбосик, любишь чехонь вяленую? А мы ее будем ловить и жрать. Подожди, сперва. А он в Москве там... Че это? По многочисленным просьбам. Местный чесночок. Любителей. Ну все. Голый, рассказывай, что делаешь. Медленно превращаюсь. Короче, занесли. Занесли ценой гениталий. Вот туда. Полторашку с кирпичами. Теперь одевает. Теперь? Кембрики, шмембрики. Да. Все. Да? Вообще офигенно, глянь. Нет, это же кайф тогда.
если на чехонь на этот, смотри, какая. У-ху! Бимбасик, слюни! Не, кай. Короче, слышь, спиннинги надо, блин. Jackal Brothers. Этот, как его? Это же этот. Ты не упусти ее. А ладно, сейчас ее напластаю. Красный ставь эти. Да они все там красные. Чабик. А сколько он погружается? Да не сколько она ему не дала погрузиться. В смысле, вообще просазывает его? Полметра он идет. Не, ну они разные бывают, у меня этот классический. Сперва блесенка Tackle House. Все это фуфел. Все это из кадра убираем. Пленку тратить зря. А вот. Да нормально, че. Дергай. Да? Вот это да. Ну не зря, значит. Может солнышко сейчас пригреет, начнет ловиться. Рейтинг. На это надо женщин с этими как вылезть. Пойдем на рейтинг. Половина в этом. Ну да. Пяточный. А, сетки выскочил, да? Об ячейной, видно. А чё? Спиннинги босики. А чё, два? На Смит камион. СССР. Bad, bad. Да? Ну походу, наверное, какая-то, ну, проходит. Сороков. Да, сороков поставили, наверное. Ну да, кто-то.
Подожди, да пусть свет и это. Поднеси крупный палец, сапли, покажи красиво. Да у меня руками неудобно, я же со спиннингом хожу какая-то. Здесь прям и причем на песке, на печени. Бля, какие. Ну вот, как-то так. Серебро. Она, наверное, красивая рыба. Все, пошли. Ну вот так это и происходит. Рыбалка называется мокрая задница. Конкурент. Слюни Димбосика. Вторая серия. Рыбалка требует горячего чая. Короче, сделал я дропшот. Дропшот. Попробую на него. Или мы против дропшота? Наша цель была чухонька. До обеда я на спиннинг упражнялся, не смог понять. На чабик взял, на красный форелевый. После обеда на резинку присоединился к Александру. Покажи судачка.
километры рыбы не заготавливать. Рыбу мы всю сейчас отпустим. А пока ее положим в холодильник, чтобы она не пропала. Да-да, рыбка Димбосик. Так что первая серия слюни Димбосика считаю успешным. Ты скажи, сколько рыбка уже поймал? Сколько кубометров? Тонн в чем? Нет, видов. Сколько видов? Да. Селедка. Раз. Атлантическая. Да. Линь. Окрестности Вертячево. Приезжайте, ловите. Хорош бухать дома. Приучайте детей. Они, наверное, мечтают с вами на рыбалку съездить. Да, Сашок? Что там насчет термоса? А? Все, термос отмена. Только чай. Тут квас можно еще посмотреть. И пару кристалликов. Все. Всем пока.
Это нам за вырезуба дали, малёк. Соль он чихонь. Это ты засыпал солью, да? Не надо пальцем расслабить. Свой сделал. Да, небольшую сыпь. На глаз. Ну все, конечно, на глаз. Типа 1:10, да? Это, блин, Макс, я не знаю. Сигарет, никотин. Сигарет бьет по легким мотор. Алкоголь, Распутин. Алкоголь бьет по нервной системе. Ладно, что самое главное. Гончубас. Здесь. Гончубас бьет по головной мод. Иммунитет без дефицит цит. Дефицит бьет по половой системе. Буду погибать молодым. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать. Буду погибать молодым. Буду погибать. Ресторан. Кабаки. Кабаки дринчи. Много не кричи. Мафия. Гангстеры. Налей не пяти. Рексу не греби. Крепина. Ольгина. Так не разлади. Фирма не бомби. Слюни Димботика. Туча идет, да? Да, большая, большая, большая. Диман, спиночка, спиночка пошла. Артём, донская тихонь, это вам. Танюш, держи. Не волоская. Мама, мама, сядь. Ну, хорошо, сейчас я сяду, дочка. Ещё кусочек. Для тех, кто сидит у экрана. Нет, это ещё любимая рыба Инны. Для тех, кто опоздал к началу передачи. Помыть вам. Помыть ручку. Помыть ручку? Сейчас, доченька. Вон у тебя сзади полотенчик лежит, дочка. Спинка, спинка, Диман. Там на язык легла так полностью. Пека, пека, пека. Пека, пека. Мама. Дочка, тихоня, да, в состоянии.
Возьмем с собой. Я отвезу тебя домой.